Меня зовут Фред Зюлли. Я являюсь изобретателем растительных стволовых клеток. Несколько десятилетий своей жизни я посвятил изучению молекулярной биологии стволовых клеток в исследовательском центре Швейцарии. И теперь перед вами абсолютно уникальный продукт. Народным стандартом Швейцарии. Мы используем инновационные разработки, качественные материалы и современные технологии. Все компоненты являются эксклюзивными и запатентованными добавками в сфере здоровья и красоты. Они позволяют сохранить и приумножить красоту и здоровье. Активно используют и в косметологии. Взгляните на газетный разворот. На нем бывшая первая леди США Мишель Обама рекламирует крем, который, по словам создателей, поможет омолодиться сразу на десяток лет. В основе средства – стволовые клетки плодов швейцарского сорта Утвиллер-Шпатлаугер. Он произрастает в садах Женевы уже 300 лет и охраняется на государственном уровне. Но главное – его плоды не гниют, не сохнут и вообще не портятся. На родине их называют эликсиром бессмертия. Вот эти растения, вот дикие яблоки, такая дичка, но они обладают каким-то безумным количеством вот этих полезных веществ, что эти яблоки едят многие звезды Голливуда, Дженнифер Лопес, там, Харрисон Форд, там, Брэд Питт, Анджелина Джоли, и все покупают, и вот эти яблоки стоят безумных денег.